Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, рассказываю, где я зарабатываю, куда лично инвестирую, я никогда никого ни к чему не принуждаю. Если вам интересны все новые компании, куда я захожу со старта, в каких направлениях, рекомендую подписаться на телеграм-канал, он на английском, ссылочка будет в описании. А сейчас я расскажу вам новое направление, которое я проинвестировал, $600, почему 600, сейчас это тоже объясню, этот момент. Компания у нас называется Viz Network. Значит, сразу перед тем, как я буду говорить о компании, расскажу вам то, что я ни в коем случае не пропагандирую и не агитирую, так сказать, гемблинг. Просто компания занимается этим направлением. Я сюда лично инвестирую и зарабатываю как инвестор. Я не играю во всякие вот эти игры и так далее. Давайте перейдем к PDF-презентации, ну и расскажу вам за плюшки для моих подписчиков. Первые 5 подписчиков получат очень приятный бонус, поэтому смотрите ролик внимательно до конца. Вы получите очень хороший бонус, я решил со своих выделить $500 на депозит, и $20 получат первые 5 подписчиков. Получат от меня такой приятный подарок. Я решил сделать на 5 человек, поэтому пополнился на $600, чтобы была и мотивация, и вам было интереснее. Так, смотрим, значит, что это такое. У нас Viz Network. Тут написано, чем занимается компания. Компания специализируется на продвижении и поддержке компаний в сфере онлайн-игр. Что я вам рассказывал, я в них не играю, я только инвестирую и на этом зарабатываю. Так, дальше тут написано, какая миссия SEO-компании. Можете поставить видео на паузу, я вам буду дальше все рассказывать. Дальше у нас есть, почему это актуально. Тут написано то, что объем растет. Ну, это все понятно. Конечно же, сейчас все переходят на онлайн-игры, и деньги там есть. Так, экосистема. Дальше, гэмблинг-платформа. Viz Network, так, блокчейн. PDF-презентация, вы можете также подписаться на официальный телеграм-канал, находится он внизу сайта. А я перейду уже в личный кабинет и покажу вам, что тут, на чем мы зарабатываем. Вот. Значит, тут у нас есть приборная панель. Кому непонятно, есть кнопочка перевести на русский, у меня на English, у вас будет на русский стоять по умолчанию, я выбрал другой язык. Вот, ну, так удобней. Давайте смотрим финансы. У нас есть баланс для вывода и у нас есть баланс для депозита. Также мы можем нажать трансфер. И вот тем подписчикам, первым 5, вы мне пишите в Telegram. То есть отвечаю я, ну, если буду долго не отвечать, вы должны понимать, что у меня тоже есть свои дела. Вот. Ну, я думаю, что вот сегодня, только если сегодня вот выйдет ролик, потому что, ну, завтра просто уже мест не будет. То есть, если вы смотрите то, что это видео вышло, там, допустим, уже 18-19 число, то есть, только вот сегодня 17 число, потому что у меня, ну, я думаю, очень быстро люди напишут. Поэтому, если вы уже смотрите это видео, оно было опубликовано там, дата, например, там вчера, позавчера, уже мне писать не стоит, потому что уже мест не будет. Вот, постарайтесь как можно быстрее сейчас написать мне в личку то, что хочу бонус, хочу бесплатно получить $20 и свою почту. Вы регистрируетесь под меня, и я вам перевожу $20. Вот такой приятный подарок есть. Так, у нас есть тут двухфакторная защита. Для того, чтобы сделать депозит, смотрите, тут вы сеть, я всегда, мне больше всего нравится BEP20, это самая популярная сеть BEP20 и Polygon. Комиссии там копейки, если с MetaMask, даже если с биржи, например, Binance, то TRC там $1, в TronLink это у вас там 1-2 доллара, в зависимости как нагрузка сети, а BEP20 и Polygon там вообще копейки, там буквально пару центов, поэтому тут есть пополнение с BEP20. Вывод, к сожалению, пока что только TRC20 USDT, в будущем, я думаю, появятся и другие сети. Вот, ну, пополнение работает и BEP20, и TRC20. Так, ERC20 не актуальная. Комиссии там, конечно, вообще сумасшедшие. Так, у нас есть кнопочка вывода, так само тут двухфакторка. Заполняете свои данные, тут есть раздел профиль, там ничего сложного нет. Давайте теперь перейдем
к пакетам. У нас есть тарифы на $100, на $250, и у нас есть тарифы на $500. У нас есть план на $500. Так, давайте нажимаем сюда его и выбираем так, main account, выбираем то, что main account. То есть мы можем с бонусного аккаунта, с бонусного оплатить, либо же с основного аккаунта. Айшу, нажимаем yes, congratulations, и вот, то есть план у нас был активирован. Вот, с бонусного аккаунта это баланс для, как видите, это баланс для вывод. Вот еще раз вам показываю, то что бонусный аккаунт, его также можно перевести другу, можно перевести, я вам на основной аккаунт, то есть, ну, и основной аккаунт можно пополнить. То есть я вам перевожу, допустим, на основной аккаунт $20, где вы можете уже начать зарабатывать. Вот такая вот плюшка. Конечно, я только даю информацию, я никого ни к чему не принуждаю. Решение всегда принимает каждый сам. Вот. Так, что у нас тут? Так, VIP-планы. VIP-планы, я так понимаю, то, что у нас в разработке. Так, я так понимаю, то, что пока что это все в разработке. У нас есть тарифы. Давайте посмотрим, какие у нас есть тарифы. Так, у нас план работает. Смотрите, days left. Прошло дней, значит, 365. Daily income. У нас среднее значение тут показывает, потому что тут среднее значение 0,6-1,2%. Вот. И тут мы можем, вот смотрите, вот еще тариф открывать. То есть тарифы у нас фиксированы. $100, $250, $500, $1000. И до бесконечности. То есть у нас написано available soon. Сейчас максимальный депозит $10,000. На 15 у нас available soon. И значит... Дальше тут есть на тысячу тысяч, на 1 миллион, в общем. Вот. Даже такие тоже тарифы у нас будут. Так, вот такой был у нас проект. Будем также, это сейчас ролик первый, ознакомление. Дальше будем разбирать следующие моменты. Язык пока что тоже видим только английский. Я думаю, что все со временем будет появляться. Дальше будем рассказывать вам и заработок показывать, и там партнерскую программу разбирать. Ну, будет какая-то информация, будут какие-то новости, конечно же, буду об этом всем говорить. Пока что вот только знакомимся с компанией. Вот сюда я пока что вот зашел и думаю, что очень даже неплохо заработаю. Можно за год сделать от X3, там сколько у нас там, ну примерно так вот. 1%, если даже будет средний, то это будет там даже 3,5 икса. Так что заработать с этих даже $600, даже вот как с бонусом решил сделать, чтобы партнерку развивать, будет там 2 тысячи долларов там примерно с партнеркой, конечно же, гораздо и выше. За год можно заработать хорошие денежки. Потому зашел, думаю, заработать. И всем больших заработков. Всегда помните о рисках. Ну и до новых встреч.